курс молодого бойца. Рассказываю, как, ну, пример семейной жизни. Потом идешь и говоришь: дорогой, знаешь, я в своей новой шубке не очень хорошо смотрюсь, Porsche Cayenne белого цвета. Норочка у меня Black Glam, и поэтому, ну, не знаю, красить машину это как-то не модно. Я бы хотела себе... Черную Бэху. Lexus. Ну ладно, Бэху, ладно, хорошо. Черная BMW. Вот. Ну, полный привод. Что там кожаный... А, кстати, кожаный салон, но только кожаный салон должен быть светлый, чтобы оттенял шубку. Да. И, кстати, я заметила, что вот я когда за рулем сижу, так смотрит на меня, и я когда показываю так вот водителю, у меня как бы нечего показать. Я показываю, у меня там, ну, как одно колечко какое-то. Ну, это как не солидно. Черный BMW, новичка Black Glam и без кольца. Вот. Ну, карат, там, полтора. Вот. И муж подколочный приходит, говорит: дорогая, блин, в Бэхе не будет черный, взять тебе Lexus. Такая... Ты меня расстроил. И, короче, и не разговариваешь с ним целый день. Он понимает свою вину. Закажешь что-нибудь там, возьмет деньги. Ох, ты черный. Колечко принесет. Вот. Ну так можно жить. Вот это жизнь. Да, да. А иначе ж никогда. Да.